Пресс-конференция после матча МБК Николаев и КБ Одесса. Комментарии представителя МБК Николаев, защитника Дениса Воброва. Ну, что могу сказать в первую очередь. В этой игре начали вяло, постепенно входили в игру, но к концу первой четверти мы уже более-менее начали хорошо защищаться, атаковать, убегать в отрывы, поэтому игра стала лучше получаться. Так, ну а к середине уже игры уже нашли свой темп и просто почувствовали, как надо правильно убегать, как правильно надо защищаться, и я думаю, из-за этого есть та игра, которую мы сегодня видели. Какие эмоции у тебя после первых набранных очков в Суперлиге за МБК Николаев? Честно говоря, ну, в том году я тоже выступал за эту команду и в том году забивал, но забить в этом сезоне против команд, которые уже, скажем так, более-менее равны все по уровню, вообще, ну, непередаваемое ощущение. Это было очень круто. Поздравляю. Спасибо большое.